Уважаемые телезрители телеканала ТВ представляют прогноз погоды на 11 мая. Я Олег Шагнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. Партнеры программы ИПО «Шаров». Высокое качество, доставка в течение 60 минут. Обновленное меню, которое понравится даже самому взыскательному гурману. Епоша Роллов. Выгодные акции, приятные цены, скидки найдутся для каждого. Телефон доставки 50 57 57. По республике в тылу циклона, местами осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Днем по юго-западу и югу без осадков. Ветер северо-западный 6-11, местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью минус 1-6, днем плюс 3-8. По центральным районам ночью от минус 3 до плюс 2, днем плюс 7-12. По южным районам ночью от плюс 1 до минус 4, в горах юго-запада до минус 13, днем плюс 10-15, местами по юго-западу до плюс 20. В столице Бурятии без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью около 0, днем плюс 9-11. Атмосферное давление ночью будет расти до 719, днем слабо падать до 717 миллиметров ртутного столба. Средняя продолжительность жизни пчелы 5-6 недель. За это время пчела успевает произвести не более 2 чайных ложек меда. Это был прогноз погоды, с вами был Олег Шагнанов. Да, скоротечная жизнь. А тут еще и пенсионный возраст на 5 лет увеличивают. Чтобы жизнь, наверное, малиной не казалась.